Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе довольно интересный автомобиль, бронетранспортер Скорпион 2М. Можно сказать, раритетный автомобиль, потому что он уже не выпускается, и таких экземпляров подобного автомобиля ездить всего пару штук, всего пара экземпляров. Пригнали нам его на полную шумоизоляцию. Соответственно, старую шумоизоляцию, которая была у нас на полу, мы оторвали. Здесь у нас теперь кругом голое железо, голый металл. Все это мы будем проклеивать. Крышу, пол, боковые части. Соответственно, будем поверхность обезжиривать, чтобы у нас материал хорошо прикатался, чтобы все у нас было сделано по фэншую. Приступаем к работе. Проклеили задние двери багажника, первый слой и второй слой. Также проклеили боковые части автомобиля. И крышу. Проклеили следующие слои. У нас боковые части проклеены волной. Потолок у нас проклеен Фелтоном, Виженом. Проклеили пол виброизоляции. Проклеили второй слой на полу, арки. На этом наша работа по проклейке данного автомобиля закончена. На этом все. Всем спасибо за просмотр данного видео. Оставляйте комментарии. Всем пока.